В Доме учителя состоялась презентация сборника детского творчества «Соборы наших душ». Ее целью стала популяризация творчества победителей и активных участников областных конкурсов юных литераторов, художников, композиторов. А издателем сборника стало печатное издание «Лира» по заказу Департамента образования и науки Днепропетровской областной администрации. Сборник состоит из трех частей. Творчество юных литераторов – это 92 литературных произведения 62 авторов. Творчество юных художников, которое представлено 20 работами, 18 юных графиков. И творчество юных композиторов – это 19 музыкальных произведений 16 юных композиторов области. Отметим, что большинство юных авторов выбрали для своих произведений и работ тему истории и подвигов украинского народа, признались в любви к родине и рассказали про свое счастливое детство и мечты.